Ладьи Выборга были подарены городу в 1985 году после завершения киносъемок совместного советско-норвежского фильма «И на камнях растут деревья». Древние парусники викингов, драккары, с весельным и парусным оснащением выполняли по древнему прототипу известного корабля из Гокстада. Норвежские археологи нашли судно в Саннефьорде в 1880 году. Его изготовление и использование датируется IX веком. Изготовителя нашли с трудом. Выполнили штучную работу на Петрозаводском судостроительном заводе. Если в средние века на нашей матушке Руси были богатыри с конями, то в Скандинавии викинги с ладьями. И именно такие ладьи стоят позади меня. Такие мощные, величественные. Их обычно делали из дуба, ясеня. Да, драгоценная древесина, замечательно. А еще, представляете, делали парус из шерсти животных. Я уверяю вас, такого факта вы точно не знали. Ведь не знали, признавайтесь. И их смазывали маслом и салом от животных, ну, для водонепроницаемости. А также эти ладьи называются драккарами, потому что на носу корабля высекаются из дерева настоящие морды драконов, а сзади на хвосте, естественно, хвост. Замечательно. Но, ребят, я хочу вас немножечко огорчить. Это муляж. Это обычные декорации для художественного фильма. Здесь снимали фильм в 90-х годах под Выборгом. Режиссеру очень понравился этот город, естественно, как и всем туристам. И он решил на память именно у гостиницы «Дружба» оставить эти ладьи здесь. На самом деле это достопримечательность Выборга. Представляете, ладьи изображаются на эмблеме фестиваля «Окно в Европу». Настолько сейчас для горожан эти ладьи стали настоящим достоянием Выборга. Поэтому, ребят, я советую вам приехать в Выборг. Здесь все для вас. Гостиница рядом, речка рядом, можете купаться, ладьи рядом, можете любоваться, ресторан рядом, можете наедаться. Поэтому все вас здесь ждет, приходите, вы будете очень довольны. Драккары современного выпуска успешно выполнили свою кинематографическую работу по сценарию в Карелии, Норвегии и в самом Выборге. Здесь и остались, подаренные съемочной группой для декорирования набережной в районе железнодорожной улицы. Выглядели достаточно живописно и внушительно на фоне бухты с одной стороны и гостиницы «Дружба» с другой. Однако морской поход и последующее пребывание под открытым небом не прошли бесследно. Ладьи Выборга стали неуклонно ветшать и постепенно разрушаться. Прежний изготовитель изменил профиль деятельности, занявшись разработкой экранопланов по заказу ФСБ и спецслужб некоторых зарубежных стран. Технической документации на ладьи Выборга не сохранилось. Городская администрация по итогам конкурса доверила заказ частной верфи деревянного судостроения «Варяг», которое смогло выполнить неординарный заказ. Помогло наличие в штате свидетелей и участников постройки предыдущих судов. Использовали также кадры из фильма, и в 2009 году набережную украсили обновленные ладьи Выборга.